Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание 18 июня. Поговорим о том, почему в этот день нельзя ни в коем случае смотреться в зеркало, а также почему в этот день обязательно нужно сделать уборочку, хотя бы влажную уборку сделать в квартире, и как это правильно сделать для того, чтобы очиститься от негатива и привлечь только положительные вибрации в свою жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы все правильно сделать. Также, друзья, обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. Итак, друзья, сегодня 18 июня, у нас 9-е лунные сутки. Луна находится в знаке зодиака Весы, растущая луна. И вы знаете, именно 9-е лунные сутки считаются одним из самых опасных, тяжелых и темных дней во всем лунном цикле. Поэтому сегодня следует уделить особое, самое пристальное внимание. Кроме того, сегодня пятница. И пятница — это конец у нас рабочей недели, и сам по себе этот день, он также является и тяжелым. Поэтому, чтобы не усиливать силу зла, негатива и не дать вот этому всему негативному доминировать внутри вас, необходимо сегодня посвятить себя игнорированию негативных событий, которые провоцируют вас на конфликт, на ссоры, или как можно меньше уделяйте вот внимание всему тому негативу, которое может быть вокруг вас. И этот день по праву считается плохим, который принадлежит темным силам. Но это вовсе не значит, что на каждого из нас обрушатся проблемы и неудачи. Просто не позволяйте страху, боязни взять над вами верх. Не вздрагивайте от каждого шороха. Да, неприятности возможны, но, к счастью, это не обязательно, это не по умолчанию. Просто сегодня все начинания отложите на некоторый срок. Поэтому эти лунные сутки наименее подходящие для организации каких-то новых проектов. Но они не помешают продолжить уже ранее начатую деятельность. И ни в коем случае сегодня не давайте волю своим чувствам. Необходимо собрать все свои силы и не выпускать отрицательные эмоции наружу, потому что они с вами просто сыграют злую шутку. Да, сегодня велика вероятность плохих известий, каких-то неприятностей. Тем не менее, наша с вами внутренняя стойкость, сила воли и понимание всего того, что происходит вокруг нас, обязательно дадут нам силы сохранить внешнее спокойствие. А так как вы смотрите наш канал, значит, вы знаете чуть больше информации и понимаете, почему именно в этот день люди злятся, люди готовы ссориться, ругаться, идти на конфликт. Также этот день неподходящий для того, чтобы отстаивать или навязывать другим свою точку зрения. Потому что сегодня люди будут ошибаться. Если человек продолжает упорствовать и настаивать на своей точке зрения, то в этом случае, ну вот просто переждите. И если вы будете активны по отношению к таким людям, то, к сожалению, итог будет плачевным. И еще раз, друзья, подчеркиваем, что в этот день разум должен господствовать над нашими эмоциями. И тогда ваш день пройдет благополучно. Обращаем ваше внимание, что в этот день все процедуры, ритуалы, практики должны быть именно по очистке нашей кармы. И недаром вот считается, что именно в этот день нужно сделать очистку своего дома как энергетически, так и на физическом плане. Поэтому, друзья, сегодня постарайтесь контролировать свои эмоции и проведите этот день побольше дома и с домашними людьми. Также, друзья, в этот день не стоит смотреться в зеркало. Особенно это плохо, если вы случайно или ненароком разобьете зеркало.
Поэтому в этот день лучше всего не смотреть в зеркало, а если вы захотите посмотреть в зеркало, посмотрите буквально на пару секунд, а после скажите следующие слова: «Господь, защити меня от ненастий и бед, от врагов и завистников. Помоги найти мне удачу и счастье». Конечно, лучше всего, если в этот день вы проведете дома. Если у вас есть такая возможность, то отдохните, позанимайтесь делами, которые не требуют от вас энергии и напряжения. Постарайтесь ограничить контакты, причем не только с людьми, но и со средствами массовой информации. Подальше будьте от новостей, от чтения каких-то от чтения какой-то негативной информации. Ну а если избежать общения невозможно, постарайтесь только контактировать с теми, в ком вы уверены. И обращаю ваше внимание, если вы почувствуете что-то сегодня неладное, обнаружите у себя признаки чужого энергоинформационного вмешательства. Это может быть головная боль, приступы страха, повышенная утомляемость, там, раздражительность, резкие перепады настроения или обострение каких-то у вас хронических заболеваний, то проведите очистительную процедуру. Это самый простой способ для вас будет очищение. Вечером принять ванну с морской солью, потому что вода и соль вберут в себя весь негатив. И, друзья, именно сегодня в очищении нуждается и ваш дом или квартира. Потому что наш дом, где мы постоянно приходим, это не просто помещение, это дом, это наше продолжение, наша крепость. И дом впитывает энергию наших мыслей, чувств, эмоций, нашу энергетику. Поэтому энергетическое состояние дома тоже зависит от вас. Ваше здоровье, психоэмоциональное состояние, материальное положение также зависит от дома, в котором вы проживаете. И если ваш дом впитал много негативных энергетических посылов, они никуда не исчезают и в виде сгустков разрушительной энергии витают в комнатах, отхватывая куски именно от вас, от вашего счастья и благополучия. Поэтому именно сегодня позаботьтесь и о здоровье своего дома. Обязательно сегодня сделайте уборочку. Если у вас нет времени делать капитальную уборку, то хотя бы сделайте самую обычную уборку с щепоткой соли, промойте именно полы хотя бы солью. Вот, друзья, вот такую информацию мы хотели вам дать именно сегодня на 18 июня. Мы надеемся, что этот день в пятницу пройдет для вас успешно, легко и хорошо. И да, друзья, еще буквально пару секунд. Во время уборки желательно себе представлять, что вместе с пылью, с мусором вы это все стираете, выбрасываете из дома все несчастья, все неудачи, все проблемы, и в том числе и безденежье. Помним, только мы сами можем энергетически очистить свой дом или свою квартиру.